как елки из ракушек, да? Надо заняться, сделать. А как она тут сделана? Да, елочка неповторимая. Да. Это то, что и было в старом аэропорту. Понятно. Ну, там было интересно. Ну, тарелочки 1000 рублей, 1300. Какие полторы. Какая Мерлин Монро зелененькая. Франция, Флоренция. Крым пошло. Темно тут. Ну что, мы пошли на посадку. Да ладно. Европоль. Да, прям слышишь, смотри, какой снежище. Нет, снег, да. Снег идет. О, вот так вот надо. Ну, прям там видно метель такой. Прям метель. Видно, просто сильно отсвечивает. Воды. Все верно, да. Как это? Как? Нас посчитали. Да. За покупкой. Очередь. Очередь. Ох, окна прям снегом. Вот так вот. А с этой стороны нет. Мы сели. Окно прям снегом залепленное. А вчера было 11 тепла. Представляешь, перепады какие-то.
тоже. Как тебе была вода в лесу? Так? Там прям снег на улице. Не видно, наверное. Обсуждаем. Опоздал самолет на 45 минут. А у нас там время на пересадку просто остается вообще нисколько. А у нас Марина должна приехать, мы должны с ней увидеться. Помните, которая мне насос для машины присылала? Там орехи, посылочку. Будет очень обидно, если мы не увидимся. Ладно, посмотрим, может побыстрее долетят. Я говорю, как в Норвегии прям сделали. Вот она, вечерняя Москва. Плюс один температура. Слякоть так же почти как в Симферополе, только в Симферополе снег идет. Вот Шереметьево. Сейчас мы сразу пойдем на регистрацию. Где? Что-то давно я тут не была. Я все через Домодедово летаю. Или через Пулково в Питере. Я даже не видела его такого черного. С Мариной мы не увиделись, потому что мы вылетели позже, а прилетели-то чуть-чуть попозже. Ну ладно. Когда буду из Мурманска уезжать, заеду к ним в Москву. Вот оно, Шереметьево. Ой, какие красоты! Такие экраны огромные. Как их делают такие огромные экраны? Просто огромные. Какая елка какая большая. Загорело. Please report immediately to the police officer.
Ой, какая красота! Хочу сказать, что за 4 года в Крыму я просто одичала. Это же ведь моя родина. Я говорю, одичала я за 4 года в Крыму. Все, мам, капец, короче, приход вижу. Шанель номер 5. Внимание, пассажир. Сколько всякой красоты. Только цены, конечно, кусаются. Артемий, раз, два, ой, после Черноморска, конечно, прям глаза разбегаются. Классный цех. Название Ира. Колбасный цех. Магадан. А там что название я видела? Мама Раша. Мрачный Шереметьево. Это один из. Их тут 4. Новый, свежий. Черный, что ли, стильный, типа дизайн. Типа лофт или что тут, я не знаю, ну, как да. Это. Кирпичи еще. Хотя вот деревяшечки где-то он тушуются. Черный, хорошо так прям. Много красивого, конечно, елка какая там большая. Была. И нету изобилия пойла. Да. Да, ресторанов много всего. Но никак. А, какой слон! Ой. Красивый какой. Всяких кафешек. Узбечка, чайхана. Ага.
Иру поразило, что в Симферополе, в крошке картошки, рыбка красная, цена там, я уж не помню, за 63 грамма. Что-то еще там, 61 грамм. Вот, для тех, кто в Москве не бывает, надписи на китайском есть. Везде. Как еще одна республика у нас. Ну вот, мы сели. Сейчас ночи мы будем в Мурманске. Если все хорошо будет. Вот там пункт подходит, нет? Костя уже такси заказал. Ну, начали двигаться мы. Побежали. Все, оторвались.